Вы готовились к месяцу Рамазан? Каждый год с особым благоговением ждем этот благословенный месяц. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мусульман с началом этого месяца Рамазан. Пожелать всем успехов. Вместе с семьей каждый год готовимся к встрече этого месяца. В месяц Рамазан я готовился, делал таубу, покаялся перед Всевышним. Конечно же, каждый год, как и каждый год, я настраивался, чтобы держать пост, совершать хорошие, благие деяния. Мы знаем, что месяц Рамазан – это месяц благих дел. Вы что-нибудь наметили для себя этом месяце сделать из благих дел? Да, я наметил в этом месяце. У меня подрастает двое маленьких детей. Это мальчик, девочка, 6 и 5 лет. В этом месяце я начал с ними изучение основ ислама. Это раз. Второе, обязательно в этом месяце мы делаем садака. Этот священный месяц очень легко поститься, не то что поститься, даже работать, совершать какие-либо трудные работы, даже легче, чем с полным желудком. Конечно, пустым желудком легче совершать тяжелые работы. И Всевышний Аллах, конечно же, помогает своим рабам всячески. Всевышний Аллах помогает своим рабам. Аль-хамдулля, да, я почувствовал, каждый день хожу на тарайх намазы, легко стало стоять на утренние намазы. Есть намерение от всей силы, что от меня зависит, совершить какие-либо благие деяния, помочь каким-нибудь нуждающимся, хоть морально.